и невежество. Ладно, о грустном хватит. Вот такое нашлось. Это не у меня, это уже в Яндексе. Читаю «Бальзам на мою душу». Абрикосы Железова покоряют Европу. Реальный опыт. Это уже не я. Здорово. Абрикосы Железова. А вот еще. Мне понравилось название. Я ни при чем. Это я сфотографировал. Просто кто-то разместил эту. Как называется? Ссылка? Да. Здорово, муравьи, здоровое дерево. Фотография моя Железова. А-те-те-те-те. Здорово, муравьи. Здоровое, заметьте. Теперь о грустном. Я пинаю только тех, кто ворует мои фотографии. Конца не видно. Вот эта фотография из моих источников. Вот. Алексей Виноградов, вы же постоянно слушатель моих этих и участников моих вебинаров. Вот. Надо будет, подтвердите. Можете даже под это, под присягой, можете Богом поклясться. Это фотография с моего сайта. Слямзина. Так, смотрим. Еще, это учеба, друзья. Все время буду легать. Стоит вам увидеть слово «колоновидное», а когда нажимаем на «колоновидное» и ищем подобное, или просто «колоновидное», мы видим те же, их не больше 50, которые маячат на каждом сайте. То есть, во-первых, когда Абекер, у меня целый фильм есть, вскрывает, это бывают же такие совпадения, случайно иду мимо, достают вот такой длинненький, такой хороший ящик, довольно длинный. Что там? Колоновидные деревья. Какие? Яблони. Открыли, а там вот так рано. То есть все боковые ветки обструганы, влезло вот такой ширины, вот такой высоты, влезло вот такой вот, все обстругано, правильно, как бы с ветками влезло. А раз отрезали, значит, это колонны назвали. Вот. Судьбу дальше не знаю, но фильм снял. Снимал прямо при мне, распечатывали. Как только увидите слово «колоновидное», посылайте нахрен и уходите с этого сайта. Можете пару слов им. Пару слов этих самых. Вот. Непечатных. Потому что это уже сразу. Увидели слово «колоновидное»? Все. Это уже мошенники. Итак. Вот самое главное подвиг заключается в том, что почти правда. Фотографию используют мою, сейчас увидите. Так. Меня просят, вот думаю, почему назвали «Сибиряк»? Ведь, смотрите, сайт находится, не сайт, а этот магазин находится на самом юге. Где-то, сейчас скажу, на Кубани. Так вот, уже Кубани нету, южнее нету, да? А почему назвали «Сибиряк»? Любой, кто вот это прочтет, он же не просто «Сибиряк», значит, он это выведен-то. Сибири, о, где находится этот самый сайт, а точнее склад, то, что он никого не напрягает. Вообще, ну, расчет только на дураков. Вот. Сибиряк, давайте купим Сибиряк. И вот они, смотрите, уже скидка есть, уже сразу 20%. О, нет, внимание, внимание. Убедили, что он так. Смотрим дальше. Цена... Для меня это бутылка водки, если не отравленная, так? Видите, в наличии есть. Сейчас посмотрим, где его взяли. Теперь мы смотрим, откуда это добро. Весна-осень, так и называется, весна-осень, да. Это еще не все. Вот он, родненький, вот он, нашли мы его. И написано «Сибиряк». Уж эти там хрен его знает, откуда. Может, правда, из Франции. Ну, уж это-то точно «Сибиряк». Уж не замерзнет. И когда я набрал, я сейчас могу сделать, время сэкономлю. Когда я вот сюда нажал, это самое, здесь не получится. Значит, такие же одинаковые фотографии. Их оказалось, у меня видно, нет, вот такой вот список, вот такой вот. То есть... И там уже заметил, по-украински написано. Уже на Украину мой сибиряк уехал. Ну ладно бы саженцы бы от Сергея, я бы еще понял. Нет, только картинки. Только картинки. А потом что, по всей России выкрасим да выбросим? А теперь самое интересное. Еще раз говорю, я пинаю только тех, которые занимаются мошенничеством. Весна-осень, я укрупнил. Это не я написал весна-осень магазин.
Так и было, только я выделил. Весна, осень. Это магазин, который заинтересует каждого. Он уже на Кубани. Но если бы он кубанские бы выращивали бы эти персики. Нет, читаем ниже. Лапша, лапша, лапша. Покупатели. Основа. Оказывается, мы с вами основа. Мы закупаем продукцию. Там, тара-дара-дарам. Да-да, эти, как... Не куранты, эти, как... Когда-то... На местном, национальном и международном уровне. Когда я, помните, в Кубани написал, я вам показывал, написал, что это, персики в Кубани. Куда я попал? В Турцию я попал. На местном, понятно. Уже нет. Национальном. Посмотрите мне в глаза те, кто этим занимается. Ведь помните, иногда злобные вот эти. Самое, что вы тут занимаетесь, правильно, молодец, не суетесь там. То есть, видимо, попадаются действительно люди, которые имеют прямое отношение к мошенничеству. Отсюда на каждый 20-50 окрик не суйся. Что такое национальный уровень? То есть, национальный, это значит, в России где-то есть питомники, которые их выращивают. Но если на Кубани у вас нету, то скажите, в Турции оказываюсь. Набираю Кубань, персики оказывают в Турции. Скажите мне, пожалуйста, где есть питомник, который выращивает персики? Кроме Сергея Железова. Где этот питомник? Границы России, там, Смоленск, Белгород, этот самый, Брянск. Еще где у нас граница проходит? Ну, Украина. До границы. Серника, где вы видели, ну, смотрите мне в глаза, где вы видели этот питомник мне? Я сейчас к вам обращаюсь, найдите, наверное, есть. А потом с ними можно, а если они правда настоящие, мы их раскручивать будем, мы их будем любить. А то, что сильно южные они, ничего страшного, мы привём на эти самые, на китайские сливы, на уссурийские, то есть на эти, и на маньчжурские абрикосы, и все, и двинутся они на север. С моей технологией. И, наконец, международный уровень. А вот это правда. Если вы все-таки продаете персиков, а вы найдите страну севернее России. Я припоминаю, на Ризге я жил. Так, севернее нету, только Северный полюс. А Кольский полуостров. Там тоже пытаются вырасти. Потому что там ближе этот, как он называется, Гольфстрим. Там теплее. Смотрю на севернее Кольского полуострова, опять лед. Ну, еще где севернее? Ну, это Камчатка. Она вообще проходит через Камчатку, этот самый, полярный круг. Севернее нет ничего. Скажите, Аляска, это не севернее. Где есть это самое, на полярном, на этом самом... Там Ледовитый океан. Где там выращивают персики-то? Только южнее. И что получается? Много персиков по стране? Вот то, что я показывал с Клокина персик, да? Или там роскошный абрикос чуть ниже. Даже не знаю, чей. Но написано, что это от Железова. Вот. Это что, из юга шло? Вот так вот. А вот еще, вот это, прошу найти автора этого фотографии. 100%, что это персик мой. 100%, что он где-то в Европе, дальше не знаю. Отзовите сову, ведь он же когда-то вырос, когда-то он стал крупный, созрел. Вот. Возможно, после этого он погиб, а может быть, он после этого стал еще краше. Наверняка прошло еще пару лет. Пожалуйста, найдите хозяева этого персика. Каждая такая фотография для меня праздник, вы мне жизнь продляете.